Обожаю шоколад. Свободный театр и вас в студию представляют. В отставку, в отставку, в отставку. Нико Гумелаури, Сандро Маргариташвили, Цисия Метревели, Джаба Гиладзе, Каха Микиашвили, Мамука Мумладзе, Слава Натенадзе. Лариса Рищецко, Тико Кордзадзе, Кета Лордке Панидзе, Тамуна Николадзе. Он подошел к митингующим. Слушаю. Георгий Версимашвили, Гого Барбакадзе, Амиран Качебая, Георгий Джикия, Михаил Амбросов, Вано Кураспедиани. И ты здесь работал? Да, и меня сократили. Они ведь только малолеток хотят. Специальное приглашение Мераб Санодзе, Бубак и Кабидзе. В отставку, в отставку, в отставку. В отставку, в отставку. Он отошел от митингующих и куда-то ушел. Слушаюсь. Фильм Атандила Версимашвили. Эй, дядя, вы куда? Ой, Батона Гога, я вас и не узнал. Значит, разбогатею. Ну куда еще разбогатеть? Вы один, Батона Гога? Да, пока один. Через 15 минут придут. И ты проводи. Она новая? Да, ты не знаешь ее, но увидишь, проглотишь. Директор здесь? Да. Он идиот, не говори, что я здесь. Сколько будет? 20 умножено на 759. 15 180. Золото, золото. Пошел. В отставку, в отставку. Он взял ключи и поднимается в номер. Слушаюсь. Папочка, вот это пиво. Если еще понадоблюсь, зови. Слушаю. Он поднялся в свой номер. Поднимаюсь. Идиотократия. Оператор Михаил Магалашвили, Нукзар Нозадзе. Художник Нина Кития. Монтаж Дмитрий Мясников. Звукорежиссеры Мамука Джавахишвили, Тату Сухишвили. Ассистенты режиссера Георгий Версимашвили, Юра Казаров. Продюсер Ираклий Чиквайдзе. Да, любовь моя, да, божество. Я? Да нет, ушел с работы. Что? А ты чего нервничаешь? Ну стоят и кричат, и кричат. В отставку, в отставку. Ну идиоты. А ты где сейчас? В каком-то деревенском клубе. Все правительство здесь. Ну, негде, понимаешь, собраться. У парламента митинг, у канцелярии митинг. По-моему, метро тоже митинг. А мы ведь должны как-то собраться и обсудить какие-то проблемы. Что они могут хотеть? Они хотят, чтобы мы ушли бы в отставку и сами пришли бы. Да, стучать не да, радость моя, да, богиня моя, да, любовь моя. Ты с ума сошел, да? Он тебя правда так любит?
Мой муж любит только партию. Патоногога. Патоногога. Вы так поднялись, что не зашли ко мне, да? Да, я просто хочу уединиться и поработать. Ты ведь видишь, что творится. Хотят мою отставку. А мне надо поработать. Я сейчас закроюсь у вас и буду работать до утра. Что такое? Администратор просил поднять. Это ваше? Да, положи. А мне? Ларри? Да, пусть будет Ларри. Девочки, пошли быстрее. Ох, позарез, нужны клиенты. Под ногу. К вам гости. И здесь нашли. Прошу вас. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, сколько будет 115 умноженное на 17? 1955. Молодец, золотко. Прошу вас. Вы из партии лейбористов, да? Шурена. Да, прошу вас. Ладо, позволь представить, это Шурена из партии лейбористов, она работает в парламенте, машинистка. Без нее нам очень сложно было бы работать. Вы принесли документы? Это документы секвестра? Ладо, попроси, чтобы нам принесли бы шампанское и бананы. Работайте. Ну как, поработаем? Поработаем. Клиент зашел в номер. Да, продолжаю. Димочка, ты не ругайся на меня, пожалуйста. Я опять в командировке. Нет, на этот раз не в Чечне. Ты не поверишь, но в Грузии. Да. Да, уже в Тбилиси. Дим, ну не ругайся ты, пожалуйста, но это же моя работа. Дим, я тебе котлетки приготовила в кастрюле в холодильник. Угу. Да. Да, нужно взять интервью одного министра. Дай мне встретить. Хорошо, ну давай я тебя позже наберу. Угу. Все, давай, целуй. Муж? Да нет. Жених. В отставку. Ну как тебе? Презент. Какой ты жестокий. Раздевайся. Подожди. Хочешь, я помогу? Господин министр, покиньте комнату. Да, любовь моя, да, божество мое. Что ты делаешь? Ты еще в министерстве? Да. Только вот эти митингующие на Дели кричат. Ну, пусть кричат. Пусть ждут, когда я уйду в отставку.
Скажи, пожалуйста, оппозиция принесла петицию? Нет. Еще нет. Ты фотографии повесила? Повесила. А вот ту фотографию, где я стою за президентом Америки и машу рукой? Я не хочу, чтобы кто-то меня беспокоил бы, до тех пор, пока президент или премьер-министр не спросит, где этот кретин, я ни для кого не существую. Все-таки красивый Тбилиси город. А мне больше нравится Тула. Да и Тула? Нет, из Чебоксар. По-моему, я плохо себя веду. Нет, ты неплохо себя ведешь. Ты ужасно себя ведешь. Давай до тех пор, пока банан принесут, и я разденусь. Я в том плане, что вы министр, а я простая секретарша. Это и есть демократия, Шарена. Тем более, что я из правящей партии, а ты из оппозиционной партии. Между прочим, если бы мои партии узнали бы, то они рассердились бы. Вот в этом и вся разница. Грузины любят поговорить о том, как русские поэты любили Грузию. Но они ее действительно любили. И Тифлис горбатый снится. Сама придумала. Молодец. Это еще до меня. Мандельштам. Не русский. Еврей. Вы знаете, я сегодня впервые изменяю мужу. Ну, когда-нибудь ты ведь должна была начать. Ну, не зови меня министром, ну, не зови. А я всегда вас так звала. Ну, в этой ситуации я тебе разрешаю звать по-другому. А как? Называй меня Хуйкиным. Кем? Хуйкин. Хуйкин. Меня в детстве так звали. Не, я не могу вас Хуйкиным называть. Лучше я вас буду называть Джонди. Не-не, Джон, ты не надо меня звать. Знаешь, что будем делать? Вот вынесем этот матрас, положим на стол и устроим большой сексодром. А знаешь, потом что делаем? Потом потушим свет, откроем окно и будем глядеть на облака. И будем лежать на сексодроме, и будем наслаждаться небом. Привет. Привет. Свобода так потребна духу, как родниковая вода раненым оленям. Господин министр, иду и несу сексодром. Господин министр, Хуйкин, я ведь просил, господин министр. Мне плохо, конечно, тебе будет плохо, такой сексодром. Голова крутится, у тебя все еще впереди. Я такое буду с тобой вытворять. Господин министр, Хуйкин. Да, Хуйкин, посмотри. Куда вы? Нам нужно пройти к министру. Нельзя. Как это нельзя? Мы должны зайти, обязательно зайти.
Когда я говорю, не перебивайте меня. Тихо. Мы из радикально-либеральной монархистской партии. Мы левое крыло острейшей оппозиции. Правое. Правое крыло. Да, мы правое крыло. Мы требуем отставку министра. Придет телекомпания «Рустави» и «Меды». Первый канал... Нет, Первый канал не придет. Президент узнает, председатель парламента... Нет, не узнает. Но все равно погибли. А что нам делать? Не знаю, что делать, не знаю. А ты представляешь, что напишут газеты? Сексуальная оргия, министр дезинфекции и любовница и покойник. Твой муж узнает? Не может быть, моя жена узнает? Погибли? Погибли. Хуйкин. Я сейчас уже не Хуйкин. Я сейчас министр и должен действовать. Криша, это я. Послушай меня. Срочно бросай все и иди ко мне в гостиницу. Ты знаешь, вот это наша гостиница, где я обычно провожу семинары. А что с собой забрать? Мозги забери, мозги. Быстро приходи. Что, он уже пришел? Кто это? Я принес заказ. Какой заказ? Мне некогда. Я передумал. Да вы что, я принес шампанское, бананы. Быстро, быстро спрячься. Сейчас, сейчас. Откройте дверь, господин министр. Откройте дверь. Господин министр, я знаю, что вы здесь. Сейчас. Шоре на твою либористскую. Откройте дверь. Вот я пришел и принес вам бананы и шампанское. Положу сюда. Вот шампанское. Вот сирень. Вот это бананы. И вот чек на 80 лари. Папочка, сейчас только что мне сказали, что вы, оказывается, министр. Ваш автограф, пожалуйста. Как тебя зовут? Тариэль. На, пожалуйста. Я возьму трубку, я возьму. Алло. Патану Гога. Это я, директор. Какой директор? Директор гостиницы. А, да, ладно, слушаю. Мой сторож заметил какого-то незнакомца у вас на балконе. На моем балконе? Да нет, что вы. Наверное, ошиблись. Да нет, видели, а он висел там на балконе у вас. Ну как, я вот сейчас смотрю на балкон, открыто все, и там никого нету. Убирайся вон отсюда. Я сейчас поднимусь к вам. Ты свободен. Чек, чек. 80 лари. На тебе. 100 лари, и ты свободен. Папочка, ты правда настоящий министр. Если понадобишь, зови, зови. Хорошо. Обожаю Аль Пачино. Хуйкин, что ты делаешь?
А что я могу еще делать? Танцуй танго. Все, секс закончен. Закончен. Давай, давай, иди, переоденься. Платье. Мое платье у вас. Я ведь дал. Нет. Погиб. Твое платье я отдал официанту. Официанту? Почему? А подходила ему. Кто там? Это Нукога. Это я, Ладо. Да, сейчас, Ладо. Зайди, зайди, зайди. Дай мне пиджак. Я сейчас. Что такое? Что? Ну холодно у вас, холодно. И включите отопление наконец-то. Ты видишь кого-нибудь здесь на балконе? Нет. Значит, никого здесь нету. Уйди. Я сейчас спущусь и снизу посмотрю. Замечательная идея. А потом я поднимусь. Замечательно. Ты мне понадобишься для алиби. Иди. Здравствуйте. Я журналистка из России. У меня назначена встреча с Георгием Автодиловичем. Я должна взять интервью. Ну и? Что? Где он? Кто? Георгий Автандилович. Совещание. Понятно. И долго ждать? Кого? Георгий Автандилович. Ой. Не знаю. Премьер-министр, совещание. Ждать. Ждать. Sit down, please. Журнал. Момент amore. Excuse me. Ждать. 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 Скоро. Сейчас. Да, Кета, да. Ты ведь знаешь, что я занят. Какая-то русская. Хочет тебя. Русская? Она красавица? Она лучше, чем та, которая у тебя там. А что она хочет? Интервью хочет. Ого, да, забыл. Мне звонили с посольства. Не знаю, скажи, что я занят, что я у премьер-министра. Что совещание у меня. И скоро приду. Скорее, а то я уже израсходовала все русские слова. Ну, займи чем-то, развлеки. А что мне делать, танцевать? Ну, спой, если хочешь. Ой, молодцы, ой. Не будем врадовать врага. И будем петь во веки веков. Песни о славе Грузии. Кто там? Это я, Гриша. Давай быстро, быстро. Как только вы позвонили, я сразу же побежал.
Замечательно выглядите. Послушай меня. Здесь случайно обнаружили труп. Понятно? Нет. Ты что, идиот? Труп сейчас в шкафу. Он что, лейборист? Откуда я знаю? Ну, вы только что сказали, что труп. Я про настоящий труп тебе говорю, а не про политический. А, понятно. Мы сейчас должны сделать так, чтобы полиция обнаружила бы этот труп где-то в другом месте. Понятно? Нет. Давайте я сейчас выйду и заново войду. Подожди. Это директор. Ты ничего не говори, только кивай головой. Прими умное лицо. Вот так. И кивай головой. Сейчас, Ладо, сейчас. Заходи. Батону Гога. На балконе никого нет. Я тебе говорил. Это мой заместитель. Познакомься. Криша. Как у вас жарко. Ну, включите кондиционер наконец-то. Послушай меня, Ладо. Мы с завтрашнего дня в стране начинаем реформы. Поэтому нам нужен еще один номер для моего заместителя. Сейчас я найду для вас что-нибудь. Сейчас. Хорошо, останови голову, а то так останешься. А ну-ка сейчас скажите, что происходит. Ты замечательно кивал головой. Спасибо. А зачем нам номер? Чтобы остался бы на ночь. Я? Нет, это не получится. Почему это не получится? Нет, не получится. Я не предупредил маму. Ну, позвони маме и... Нет, не видит. Мама уже сейчас спит, а там Клеопатра. Кто такая Клеопатра? Клеопатра Винчеми. Ничего не говорите про Клеопатру, она сиделка моей матери. Очень хорошо, позвони и скажи, что ты занят. Не видит, мама будет нервничать. Мама. Твоя мама уже 80 лет как нервничает, а здесь государственные интересы. Когда мама нервничает, мне плевать на государственные интересы. Государственные интересы тебе безразличны? Хорошо. Колбатона Шорена. Приходите. Платье принесли? Что вы натворили? Я еще ничего не натворил, не успел. Собрались? Разрешите? Проходите. Привет. Чего опаздываете? Я встречал эту журналисточку. Что за журналист? Ничего интересного. Это пишет про культуру. Сионистов цитирует. Подожди. Что вы хотите сказать? Что труп сейчас в шкафу? Да, в шкафу. До свидания. Всего хорошего. Слушаю вас. Здравствуй. А ну-ка скажи, сколько будет 1743 умножить на 32? 55776. Замечательно. Молодец. А сейчас позови того официанта, который мне принес бананы. Сейчас. Тарел. Этот идиот-министр тебя зовет. Наверное, соскучился. Да, папочка. Послушай, ты должен принести то, что забрал отсюда. Чего? Ты забрал платье, принеси. Чье платье? Мое. И не начинай сейчас задавать лишние вопросы. А, твое платье, да, с цветами.
А я думал, откуда это у меня? Да не могу, это у меня на 9-м этаже. Лифтом не могу пользоваться, у меня клаустрофобия. Он идиот. Димочка, родненький, ну как ты там? Сижу, жду этого министра. Димочка, ты поел? Родной, тебе обязательно нужно покушать. Что? Трубку положил. Что? Трубку положил. Сволочь. Что? Он ревнует. 4 года вместе живем, а он ревнует. 4 года? Да. Господи, как везет некоторым. А, ревнует, значит, любит. Да, да, любит. Слушай, когда этот ваш министр придет? Скоро, скоро. Чай. Не надо. Кофе. Нет, нет, спасибо. Какао. Спасибо. Песня. Что? Еще песня. А, нет, спасибо. Куда и так нехуро, Ну что, труп был на балконе. Потом приходил директор. Поэтому я взял этот труп и положил в шкаф. Понятно? Да, 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 да. Он что, лейборист? В отставку, в отставку. Единственное, что ты должен сделать, когда тебе директор даст ключи, ты перенесешь труп к себе, а завтра, когда я буду на совещании болтать, ты найдешь как бы этот труп, поставишь его на балкон, пройдешься, и потом, чуть позже, обнаружишь и начнешь кричать: «Ой, труп, труп, я нашел труп!» И позвонишь и сообщишь директору гостиницы. Понятно? Да, право. Я найду труп, перенесу, ты уйдешь, ты будешь болтать, а меня в прокуратуре, да, потом будут трахать. Я тебе помогу. Как это поможешь? Ты поставишь свою задницу? Подожди, а страна? Партия? Ты представляешь, если кто-то про это узнает, мы ведь не сможем выиграть выборы. Мы не сможем выиграть выборы? Не сможем выиграть выборы? Ну, не сможем и не сможем выиграть эти выборы. Что? Что ты сказал? Не-не-не, ничего, ничего. Вы знаете, что я для партии все, все, готов на все. Да? Труп там? Да, да, там. Извините, извините, сейчас. Он труп, он не сможет открыть. Да? Тот труп? Господи. Кто? Кто это такой? Это я, Ладо. Ладо, премьер-министр страны? Сейчас, сейчас. Я достал ключи для вашего заместителя. А где он? Он вышел, сейчас придет. 49-я комната. Рядом с вашей комнатой. Спасибо. Хуйкин. Чего? Ладо, это моя секретарша, я уже представлял. А, это Шорена. Она, знаешь, она жена Гриши, моего заместителя. Это жена Гриши? Да, и что, я тебе не сказал? Нет. Да, да, забыл. Подожди, 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 подожди. А ты сказал, что вы должны работать? Конечно. Работать, работать и работать. Это наш девиз. Что такое? Говори медленнее, говори медленнее, а то ничего не слышно. Непонятно, говори медленнее. Понятно, понятно, хорошо, понятно, понятно. Это Элена, наша уборщица. Элена Тевдураде, депутат Тевдураде?
Да нет, уборщица. Ой, бананы, бананы. Подожди, подожди, подожди меня. Вы знаете, я беженка, беженка, я беженка. Ну тогда ты убирай, дурак. Ну на, 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 убирай. Извините, извините. Я вас очень прошу, когда ваш заместитель придет, пускай обязательно спустится зарегистрироваться. Обязательно, обязательно. Хуйкин, что ты натворил? Я разве похожа на жену Гриши? А почему вы нет? У вас в обоих есть что-то лейбористическое. Гриша, выходи. Господи, не могу, что... Хватит, хватит, давай сейчас быстро перетащим труп, и все будет хорошо. Грузинская песня – это самое-самое. И танцы. Самое-самое. Сезва и Мзия. 100 миллионов лет тому назад. Ну, самое-самое. Да-да, все, все. Здесь, все, все. Вот здесь нашли в земле. Господи, все да. Это замечательно. Но когда этот министр придет? Вы понимаете, если я сегодня не уеду, у меня со мной жених разведется. Потеряй тебя. Ай, золотую руну, знаешь? Знаю. Медея, Язон, Аргонавты. Потрясающе. Вот это все здесь было, да. И слово медицина от меди. Да. Вино родилось в Грузии. А Буба, знаешь, наш Вахтан Кикабидзе. Что Кикабидзе? Грузин. Так это всем известно. А ты любишь? Кикабидзе. Так, ну кто его не любит? Легенда. Да. А Сталин? Что Сталин? Сталин грузин был. Вот. Всем известно, что грузин был. А Петр Первый? Что, тоже грузин? Да. Да. Ну, ну, это тайна. Ну, я хоть Клеопатре позвоню. Давай, давай. Идиот ты. Такой человек и не может себе купить мобильный телефон. Не хочу и не покупаю. Слушай, а что, у моего мужа нету мобильного телефона? Алло? Да, госпожа Клеопатра. Это я. Да, я хорошо. А как мама, 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 мама? Да? Нервничает, нервничает. Знаете, я почему я вам позвонил? Это эхо, эхо, эхо. Вы знаете, я сегодня не смогу ночью прийти ночевать. Спасибо. А если понадобится маме, то позвоните мне по какому номеру? 764-04-64. Да, да. Где я, где я, где я? Где? В публичной библиотеке. В публичной библиотеке я. Ты настоящий идиот. Почему? Послушай меня. Мы сейчас пойдем в твой номер, а потом вернемся сюда через балкон. Ты слушаешь меня? Да, да, вернемся через балкон. Пойдем, пойдем. Я, ты и Гриша? Замечательно. Сейчас отдам это платье и спущусь. Такой министр носит с собой платье. Нет, это платье жены его заместителя. Мне бы посмотреть, кто бы за него вышла замуж. Идиот. Я что, зря поднялся на 9-й этаж? Алло? Да? Какая публичная библиотека? Это бордель. Алло? Ну я ведь вам сказал, это бордель. Да? Да, 74-64-04.
Да, министр здесь и замминистра здесь. А вы кто такая? Клеопатра? Клеопатра. Тогда я Рамзес. Передать, что нервничает мама заместителя министра. А чего она нервничает? Он женился на молодой девушке. Да, Кета, да. Что такое? Это русская настырная. Когда, говорит, придет? Ну, скоро, скоро приду. Давай скажи все сам. Говорите ему. Алло. Георгий Автандилович, здравствуйте. Я российская журналистка. С вами было согласовано насчет интервью. Да, да. Да, конечно, я помню. Но я просто сейчас очень... занят сложными государственными делами. Да, да, я скоро освобожусь и приду. Вы понимаете, я улететь сегодня должна ночью, а статья должна выйти послезавтра. Мы должны с вами поговорить о культурных отношениях между Россией и Грузией. Ну это очень интересно. Большая тема, ее надо как-то... расширить. Мы ведь грузины просто обожаем русскую культуру. Да. Ну, короче, я сейчас освобожу, и мы с вами встретимся. Да. Да, благодарю. Да, да, да. Что? Бросил трубку. Сволочь. Господи. Мне мама говорила, что нельзя трогать труп. Ну хорошо, все мы когда-нибудь станем трупами. Давай, 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 быстро. Давай, вот так, вот так, вот так. Видишь, как хорошо, видишь, как хорошо. Осторожно, осторожно. Отойди в сторону. Что, ку-ку? Гриша, по-моему, замечательный концертный номер у нас получается для съезда партии. Папочка, а кто это такое? Это? Это брат. Чей брат? Брат Гриши. А что с ним? А что с ним? Ничего. А сегодня была ихняя свадьба, он много выпил, не пропустил ни одного стакана, и вот пьяный. А, подожди, вот это, вот она, вот его жена, да? Да, что, а что, разве они не подходят друг другу? Да, конечно, подходят, вот платье. Мое платье, наконец-то. На 9-й этаж я поднялся 2 раза. Тарел, как твоя фамилия? Камкрелидзе, да то? Нет, Тарел. Иди, купи конфеты. Я 2 раза поднялся, 2 раза. Ну вот, и купи сейчас себе торт. Как ты хорошо танцуешь, оказывается, какой ты пластичный. Ну иди, иди, я позову тебя, если когда ты мне понадобишься. Иди, иди. Пропусти меня, пропусти меня, пусти меня. Тихо! Вы ведь уже были здесь. Вы ведь уже все сказали. Мы что, были здесь? Да, были.
Ну сейчас спуститесь, спуститесь и продолжайте скандировать. В отставку, в отставку, в отставку, в отставку. Нет, я вспомнил. Мы пришли, потому что мы объявляем голодовку здесь, в кабинете. Голодовку до тех пор, пока он не уйдет в отставку. Вот так. Это кто? Они друзья, да. Они просто похмелья у них. Что вы делаете? Вы что, с ума сошли? Вы хотите опозорить всю страну? Вот эта девочка, журналистка из России. Журналистка? Да, я журналистка. Из России? Да, я из России. Я должна взять интервью у Георгия Автандиловича насчет культурной связи между Грузией и Россией. Он, значит, премьер-министр, а я вот сижу и... Смотри. Вон. Спасибо. Какая вы красивая. Я правду говорю. Мама, клянусь, что вы очень, очень, очень красивая. Не надо клясться, я вам верю. Вы, значит, сотрудники, да? Да. Мы политики. Вы знаете, мы друзья Автандиловича. Дружим с друзья детства. Да. Он такой хороший. Лучше него нет министра. Молодцы, хорошо себя ведете. Так надо. А демократия у нас в стране такая? Такая! Да. Такая, что с ума можно сойти. Давай, быстро. Давай, перетащим сейчас. Иди. А ты иди, регистрируйся. Потом, Гриш, спуститесь и зарегистрируйтесь. Мы готовим здесь для съезда партии концертную программу, и я так волнуюсь. А Шурена сейчас спустилась, она зарегистрируется, и все будет в порядке. Это Нагуга. А это кто такой? Это Шалва. Наталашвили, лидер лейбористской партии? Нет, кого Наталашвили? Это брат Гриши. Да, это мой брат. А что с ним? Да ничего, он был на моей свадьбе и очень много выпил. Да, он алкоголик. А мне его цвет не нравится. А у него с детства такой цвет. У него печень болит. Встань и скажи, Шалва, как тебе хорошо, что у тебя с детства такой цвет. Он плохо слышит. Надеюсь, вы потом не сядете за руль? Да нет, ты что, с ума сошел? Если он сядет за руль, то ведь он обязательно сделает аварию. Ну все, ты спускайся, все будет в порядке. Спасибо. Ты, оказывается, гений, Гриша. А я не знал. Сейчас мне стошнит. Сейчас переведем твою комнату, и там делай все, что хочешь. Нет, не видит, уже больше ничего не видит. Потому что директор уже очень хорошо знает моего брата. Они с ума сходят друг по другу. А почему я пришел сюда? Сидел для себя, смотрел телевизор, пил мацони. И завтра смотри телевизор, с вас начнется передача. А что он видел в конце-то концов? Лицо не видел. Видел только одежду он видел. Мы сейчас поменяем ему одежду. И никто его не узнает. Не узнают? Нет, не узнают. Сейчас надо позвонить Тареву. Как его фамилия? Гачичеладзе? Да нет, Гамкрылидзе. Да какая разница, Гачичеладзе, Гамкрылидзе? Слушаю.
А ну-ка, раздели мне 3475 на 27. 128. Золото. А сейчас позови Тариэлу. Тариэл. Что ты хочешь от меня? По-моему, этот министр влюбился в тебя. Правда? Алло. Тариэл, это я. Да, слушай. Ты знаешь, мне нужны одежды. Брюки, штаны, можно даже шапку. Я для тебя все могу достать, шалунчик. Да? Тогда принеси мне, пожалуйста. Да, дорогой. Да. Мне для несчастных беженцев нужно. А он идиот. Лариса, знаете, вы божественны. Вы очаровательны, знаете. Перестаньте, нет, перестаньте. Я не перестану. Клянусь мамой, не перестану. Не нужно клясться. Я верю в вас. Прекрасно, мне не надо. Лариса, я влюблен в вас. Лариса, я знаете, понимаю, но не ну, понимаете, я очень, Лариса, очень влюблен. Такая красивая. Я все прекрасно понимаю. Лариса, я влюблен в вас. Кто там? Это я, открой. Что ты тут делаешь? Что такое? Почему ты не ушла? Внизу Гига. Гига Букерия, депутат Букерия. Букерия? Нет, мой муж. Гига. А что он тут делает? У меня есть подозрение, что он меня ищет. Если скажу, что тебе с братом идет поза молитвенников, то буду неправ. Атеисты. Поднимайся, поднимайся, Шалун. А что дело с Гигой? Гига Букерия, депутат Букерия? Да нет, какой Букерия? Мой муж. Открывайте. Кто там? Открывайте, а то взломаю дверь. Это он. Быстро на балкон и в свой номер. Криша, забери ее и через балкон в свой номер. Быстро, быстро. Что такое? Где она? Вы наконец-то прислали сантехника. Вот туалет. Я Гига, Гига. Гига Букерия? Какой Букерия? Я Гига, муж Шурены. Шурена? Я тебя очень хорошо знаю. Конечно, знаешь, меня все время по телевизору показывают. Подожди, ты член нашей партии, да? Какой партии? Ты шо? Я муж Шурены, и я все знаю. Позавчера вы были в кафе? А вчера вы были на Черепашье озеро. Да? Шурена? Шурена? Ну, так и сказал бы. Конечно, я знаю Шурену. Замечательная, потрясающая девочка. Какая секретарша, как она печатает, как она печатает. Какая профессионалка. Ни одну букву не пропускает. А чья жена? Что такое? Что такое? Заходи, заходи. Кто это такая? Пускай она уберет. Что вы хотите? Подожди, пускай она вынесет мусор. Мусор я вынесу скоро. Знаешь, что я тебе скажу? Я тебе покажу, друг. Я прекрасно знаю, как ты пришел, как зашла за жена моя. Следили за тобой. Кто следил? Детектив.
Детектив? Да, частный детектив. Я специально нанял, чтобы он следил бы за моей женой. Он поднялся через пожарную лестницу и смотрел на вас. Ты понял, гнилой ты этакой? Ага, понятно. Значит, он спустился по пожарной лестнице. Да, и потом как-то как иностранным образом исчез. Ты все понял? Понял. Ну и что? Ну и что? Ну да, твоя жена вошла. Ну и что? Как это ну и что? Как это ну и что? Да, хорошо. Тогда я скажу правду. Говори. Заходи. Ты гость, а ты хозяин. Давай. Ты ведь из родины Варшавелы. Проходи. Прохожу. Иди, иди. Иду, иду. Да. Ваша жена, правда, зашла ко мне. Но. Она не ко мне. Она пришла к Грише. Грише? Да, Гриша, Гриша. Мой заместитель. Я не хотел говорить, потому что он мой заместитель. Он извращенец. Женщины его так опасаются, что когда он появляется в парламенте, все прячутся в комнатах. Заткнись. А вчера и позавчера кто с ней ходил? Я встречался с ней. Да, я встречался. Я хотел спасти ее. Я просил, я говорил ей, не надо, Шурина, не ходи с этим извращенцем, с этим развратником. Какую девочку испортил? Слушай, ты меня считаешь идиотом? Да, нет. Я считаю, что ты умный. Да, это так. Иди сюда. Вот сейчас спустись и узнай, есть ли там зарегистрированы Шорена и Гриша. Муж и жена, Шорена и Гриша. Муж и жена, да. Слушай, если ты меня обманываешь, как тебе не стыдно? Я опасаюсь сейчас за партию. Если ты меня обманываешь, как тебе не стыдно? Как может в Грузии министр обманывать? Ты знаешь, что мой детектив все видел. Уверяю, твой детектив ничего не расскажет про меня. До свидания, до свидания. Иди, иди. Гриша, быстро бери Шорену и давайте ко мне. Потом объясню. А то вместо одного уже 4 трупа будет скоро. Дрожи! А это Сано, наш близкий друг. Самый-самый лучший барабанщик в мире. Да. Очень приятно. Итак, операцию под кодовым названием «Мадагаскар» начинаем ровно в 12 часов ночи. Сперва идет авиация, затем в бой вступают танки, потом пехота. Всем все понятно? Да. Почему именно Мадагаскар? Мадагаскар, так Мадагаскар. Хрен его знает. Кто там? Это я, официант. Ты мой золотой, ты мой дорогой, иди сюда. Заходи, Придон. Нет, я не Придон, я Тарел. Я принес одежду. Вот шапка, вот брюки, вот пиджак. Это для меня очень дорого, потому что я хотел жениться в этой одежде и не женился. На тебе. А ты бананы еще не съел.
Послушай меня. Здесь усложнилась ситуация. Замечательно. Сейчас нам нужна коляска. Инвалидная коляска. А кому-то плохо, да? Да нет, нет. Плохо нам всем. Но коляска нужна одна. Ты можешь достать? Да, я думаю, что где-то там валяется. Да, вот тогда принеси. Но понадобится 40 лари. Да, конечно, пожалуйста, ради бога. Но ты знаешь, у меня ларов уже больше нет. Все, отдал тебе. Да ничего, ты не беспокойся. Дай доллары. Сейчас принесу. Уходи отсюда. Ты не дотрагивайся до меня. Отпусти его руку. Для этого карлика ты хочешь коляску, да? Иди, иди, принеси. Что случилось? Что случилось? Да, что случилось, Руино? У меня две новости. Плохая и очень плохая. Начинай с плохого. Плохое то, что твой муж нанял детектива. Сволочь, да, сволочь. Подождите, а вот второе очень-очень плохое. Что это? Проходи, проходи. Второе это... пройди, Сёрена. Вот этот детектив сейчас у нас вот здесь. Сволочь, сволочь, как он посмел. Да, да, как он посмел за тобой следить. А зачем вам коляска? Вы говорили про коляску. Пошевели мозгами. Кто-то стучит. Заходите. Ты же идиот, да? Ты представляешь, какой шум, бум поднимется? Ты понимаешь, если узнаю, что у нас труп полицейский, поэтому срочно надо поменять одежду, посадить коляску, вывести и выбросить. Вы знаете, мы любим вас. Знаете, очень, очень любим вас. Вы Афродита. У вас улыбка Афродита. Да. Быстро в шкаф, 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 быстро. Я больше не могу в этот шкаф. Во всех идиотских комедиях прячутся в шкафах. А что, это идиотская комедия? Давай, быстро, 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 быстро. Ты выбирай, мертвый полицейский или Гига. Что, Бакерия, депутат Бакерия, тогда я захожу. И переоден его. А я куда? Пошевели мозгами. Ты другой шкаф. Я не хочу шкаф. Ну, ты что, не слышала? Во всех идиотских комедиях прячутся в шкаф. Сейчас, иду, иду. Это Гога. Нет, надо выпить с большим бокалом. Вы оказались правы. Я ведь говорил, они здесь зарегистрированы. Я постучал им, не открыли. Потом я сломал, дверь сломал, головой сломал. Что? Что такое? Что ты хочешь? Моя вина, что она ушла к нему. Он, наверное, красивее меня. Да нет, нет, ты красивый, ты. Шорена, это Шорена? Нет, это не Шорена. Он, наверное, лучше меня в постели. Нет, нет, я точно знаю, что ты лучше. Я, может, я... импотент, Батоногога? Нет, да нет, нет, ты, нет, ты у меня сексуальный гангстер. Кто мой сексуальный гангстер? Кто мой сексуальный маньяк? Я, кто мой Аль Капоне? Кто, кто? Ладо, ты понимаешь, у нас здесь какие-то проблемы с Батоногогой. Вижу. Такие проблемы у многих сейчас. Вот и мы. Заходи, заходи. А ты что тут делаешь?
Попросили, и пришел, принес. Кто попросил? Я попросил, я. Вот для нашего молодого друга. Крепись, Гига, крепись. Ты свободен, ты свободен. Я свободен. Иди, и когда я соскучаюсь по тебе, тогда позову. Развратник, за тобой $20. Димитрий, срочно надо достать Бубуки Кабиди. Она, кажется, с ума по нем ходит. Я найду вашего заместителя, раскрою ему ноги. Потом возьму то, что там найду, рошу и ногами начну топтать. Да, ты золото, иди, иди. Почему они все пристают ко мне? Переодел его? Что это такое? Ну что, там было темно, и я ничего не видел. Ну хорошо, давай, выведи, выведи. Выходи, выходи. Посади его. Ну, ничего, было темно, и на улице темно, ничего. А ты быстро через балкон спускайся и домой. Там. Я. Принес пиво. Что ты, почему ты пристал ко мне? Меня Тарел зовут, Тарел. Ты не соскучился? Нет, пока еще нет. Это я принес этому брату этого карлика. У него ведь похмелье. Почему на нем мой свадебный костюм? Почему на нем его свадебный костюм? Он идет на свадьбу брата. Подожди, свадьба ведь уже была? Да. Да? А сейчас свадьба второго брата. Да, ты понял? Сейчас свадьба второго брата. Подожди, у тебя еще есть брат? Нет, да. Да? Вано. Ты забыл? Вано. Да, Вано. Мирабишвили, министр МВД. Мамочка. Какой Мирабишвили? Ты что, с ума сошел? Какой Мирабишвили? Да, ты что? И у твоего брата тоже сегодня свадьба? Да, нет. Да. Вано и Гриша близнецы. Да. То, что делает один, второй моментально повторяет. А почему это в щиворот на выворот надето? Почему у него так щиворот на выворот? Ты у меня спрашиваешь? А у кого у меня спросить? У него? А сейчас в моде. Где? В моде. Ты понял, да? Ты понял? Сейчас в моде так ходить. А сейчас не поздно идти на свадьбу? Да, поздно. Да, но лучше поздно, чем никогда. Лучше умереть достойно, чем жить с позором. Ну, давай ты, уходи. Золотца, когда понадобится, позову. Но пускай он не будет здесь. Пусть голова. Ну, давай, Алексей. Еще она. Не только губ. Она просто. Вахтанг Кикабидзе, глазам своим не верь. Это наш Вахтанг Кикабидзе, а для Грузии он просто бум. Я бы сказал, он придет, конечно придет. Это мой друг детства. Кто эта девочка? Костя? Сейчас выведем на улицу и бросим. Я, да, хорошо, да. Кто еще?
Потанукуго, нигде я не нашел их. Ни Шорену, ни этого Кришу. А и мой детектив где-то пропал. А они кто такие? Это вот мой брат, а вот это его врач. Да, быстро, быстро, идите на прогулку, идите, идите. Время прогулки, время, давайте, проходите. Иди, Гига, иди, Гига, я тебе такое расскажу про себя, про мою семью, про трагедию моей семьи. Вот сейчас я тебя выведу и оставлю на улице. Этот человек, наверное, готовится по программе НАТО. Мой брат, мой бедный брат, его зовут Киазо. У него паралич. Паралич рук, ног, паралич всего тела. Я куда бы ни пошел бы, вожу его вместе со своим врачом. Ой, извините. Ну, не волнуйтесь, доктор поможет. А я какой идиот. Да, ты идиот. У вас, оказывается, такие проблемы, а я со своими какими-то дурацкими проблемами. Ну, ты иди, иди, иди к себе. Иди, мой дорогой, иди, мой хороший, иди, мой золотой. Ну, твоя жена не изменяла тебе. Ты мой хороший. Ладо, ты знаешь, мы опять те же проблемы решаем. Понимаю. Потанукуго, по-моему, ваш заместитель сошел с ума. Где был его заместитель? Где был его заместитель? Где был мой заместитель? Он бегает здесь по коридорам. Я иду за тобой, Гриша. Подожди, подожди, постой. Что ты натворил? Что ты натворил? Помогите. Помогите. Он видел тебя? Нет. Я видел. Он восстал. Он восстал. Кто? Он восстал. Ваш брат? Что-что? Как только мы подошли к лифту, он встал. Ну и что? Он отрезвел и все. Ну, идите, оставьте нас, оставьте нас. И что дальше, дальше? Он встал с коляски, сделал вот так, Ну и что? Ну и дальше, дальше что? Оставь, ну нас в покое. Я побежал сюда, а он забежал туда. Он вошел в лифт и спустился в ад. Чтобы ему его не стошнило бы там. Сейчас он призрак. Он будет приходить ко мне и будет говорить мне.
Подонок Гриша. Ты что, с ума сошел, да? Какой призрак? Тоже мне Гамлет. А что, я не похож на Гамлета? Он просто не труп. Подожди, я ничего не понял. Да, он просто был... Подожди, он ведь восстал и потом спустился. Неужели это правда? Ура! Нет, это для нас это катастрофа. Нет, для нас это потрясающе. Я сейчас пойду домой к Клеопатре. Ты что, с ума сошел? Ты представляешь, если он живой, только что он расскажет про меня. Подожди, а что, вот это я зря сейчас махал? Ты Гигу не видел? Да, видел, он бегал с бутылкой. По-моему, у него похмелье. Да он Гришу ищет. Да что он надоелся, этот Гриша? Кто такой этот Гриша? Ты правда идиот, да? Ты меня ищет? Ну, то думаешь, что ты врач. Я сейчас пойду найду этого трупа и приду. А ты вот встреть, если, может быть, он сам придет сюда. А если этот Гига придет? Упаси тогда тебя Бог. Вот тогда вот мама, будешь вспоминать про маму. Мама. Ты с ума сошел? Это был твой муж. Мой муж? Да, он вышел отсюда и пошел туда. Не может быть, у него совещание. Я клянусь мамой, он здесь. Хорошо, тогда ты подожди меня там. Я узнаю, кто в этой комнате, и потом приду. Ты иди подожди меня. Кто там? Это я. Кто это? Гриша? Госпожа Майя, это вы? Тебя вот я точно не ждала. Вы не хотите пиво выпить? Где? Мой муж. А вы что, замужем? Его там нету. Вы что, собираетесь здесь остаться? А куда я еще должна уйти? Нет. Что значит нет? Не видит. Вы должны уйти, Гриша. Вы должны... Вот давайте переходите в другой номер. А почему я должна перейти в другой номер? Это тот мой номер. Он очень хороший, очень уютный. А я не хочу уютного номера. Я хочу номер своего мужа. Но тот мой номер. Вы не поняли. А зачем тебе номер? Как это зачем? Ваш муж подарил. Мой муж, да. Пойдемте туда. Да ты что, с ума сошел? Куда мы должны пойти? Ко мне, там уютная комната. Я прошу вас, пойдемте. И раскроем крылья. Какие крылья? Крылья страсти раскроем. Я и вы. Не упустим этого шанса. Давайте, госпожа Майя, давайте. Когда я вас видел, я всегда начинал стучать. Вы меня возбуждаете, я с ума по вас схожу. А кто тебе сказал, что я воздержусь? Давай, Гриша, давай. Вы что, вы с ума сошли? Что вы от меня хотите? Давай, Гриша, быстрее. Да, мою сумку, где моя сумка? Там у меня ночная рубашка. А вам не понадобится ночная рубашка? Зачем вам ночная рубашка? Давай, Гриша, целуй меня, Гриша, давай. Пойдем. Поэтому ты смотрел на меня как абсолютный идиот, да? Да, я вот так скрывал свои чувства к вам. Пойдем в твою комнату. Быстро, пойдем в твою комнату. Пиво, я хочу пиво. Ты покушал? Нет. А, ты не хочешь? Не хочешь, не ешь. Господи, да не ешь ты, если ты не хочешь. Слушай, Дим, я устала от твоих капризов. Это я, женщина, понимаешь, я.
Я четвертый год тебе пытаюсь объяснить, что женщина — это я. И четвертый год жду от тебя, когда ты соизволишь сделать мне предложение. Дим, я устал. Да, устал. Устала бегать за тобой. Да, и терпеть твои капризы. Да, и ухаживать за тобой я устала, Дим. Это ты должен за мной ухаживать, а не я, потому что я женщина, Дим, я, а не ты. А ухаживать за женщиной, Дима, это прямая мужская обязанность. Да. Ладно, Дим. Да, мне идти надо. Да. Давай, пока. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь, и умру от любви и печали. Где же наша Афродита? А где же наша Мадонна Византийская? Друг, что такое, чем могу вам помочь? Вы знаете, может быть, вам покажется странным. Да, конечно, странным. Вы знаете, по-моему, я потерял память. Что вы потеряли? Память. Вы знаете, я ничего не помню. Я не помню, где я, почему на меня такая одежда, как меня зовут. Ты потерял память? Замечательно. Проходи, проходи, проходи. Заходи сюда. Проходи, проходи. Криша, где ты? Ничего, ничего, давай, давай. Садись, садись. Значит, ты потерял память? Какой ужас. Вы знаете, я даже не помню, как меня зовут. Вы не знаете? Нет, откуда? А как я очутился здесь? Голова страшно болит. Страшно болит голова. Что такое? Не-не-не, вы должны лечь. Вы не должны ходить. А ну-ка, ложитесь прямо вот на стол. Давайте вот так ложитесь. Значит, ничего не помнишь, да? Нет, ничего не помню. Успокойся. У меня такое ощущение, как будто я вас где-то видел. Да нет, как ты мог меня видеть? Где ты мог меня видеть? Успокойся. Вы очень добры. Да нет, ну это мой гражданский долг. Сейчас придет мой друг. Он замечательный врач, и он вам поможет. Да, если врач меня повидает, будет хорошо. Вот и он. Вот доктор пришел. Доктор, проходите, доктор. Вы здесь? Вы знаете, что случилось? Да сперва ты проходи, подожди. Он здесь? Да. Вот познакомьтесь. Это наш врач, очень известный. Он крупнейший психиатр. Он вам поможет. Да, я помогу, да? Да, жди, когда я помогу тебе. Он потерял память, доктор. Что он потерял? Да, он потерял память. Память? А ну-ка посмотри, пациент, на меня. Туда посмотри, сюда посмотри. Знаете, доктор, я даже не помню, как меня зовут. Замечательно. Он даже не помнит, как попал в гостиницу. Потрясающе. Вы знаете, доктор, но мне что-то здесь знакомо. Нет. Так иногда бывает. Это бреды. Давайте сейчас заведем комнату и уложим. Замечательная идея. Батоногогом. Нигде я его не нашел. Ни Шорену, ни Гришу, нигде их нет. Может, они в свой номер вернулись? Идите в его номер. Нет, нельзя туда идти. Пускай пойдет, что ты хочешь. Нет, я видел. Кого ты видел? Гришу. Ты видел Гришу? Да, я видел Гришу. Вон там вот, на бассейне. Я видел на бассейне его. Что он делал? Курил марихуану. Он остался там. Я пришел сюда. Криша, я иду к тебе.
Мне ваш голос знаком. Вы меня не знаете? А это ведь ваш брат, Киазо. Да, мой дебиль, брат. Криша, я иду, я приплыву сейчас к тебе. Иди. Что такое? Меня зовут Киазо? Нет, да. Я твой брат? Да. И я идиот? Ну да, ну что? Мы здесь все идиоты. Доктор, по-моему, с ним не все в порядке. С ним не все в порядке, да? Он не может понять, почему мы скрывали, что он мой брат. Да, почему ты скрывал? Да, почему ты скрывал? Да, правда, почему ты скрывал? И ты всю жизнь за мной вот так следишь? Да, что поделать? Брат братом силен, говорил Руставели. Я умоляю тебя. Меня правда зовут Киазо, да? А я-то думал, что меня зовут Сотне. Ну хорошо, что ты не думал, что тебя зовут Сиала. Пойдем, я тебе сказку расскажу. Потом. Мне надо вам срочно вам что-то сказать. Потом. Кто там? Иди ложись. Баюшки. Я тебе сейчас сказку расскажу. Была одна прекрасная, но идиотская страна. Сесирия? Нет, Хуярия. Мне Тифлис горбатый снится, Сазандари стон звенит. На мосту народ толпится, вся ковровая столица, а внизу кураж шумит. Останься, хоть на один день останься. Какой еще день, королева? На год останься. Какой еще год, богиня? На всю оставшуюся жизнь останься. Не могу, мои хорошие. Мне нужно ехать. Меня ждут. Мне правда нужно ехать. А как же интервью? Не нужно мне никакого интервью. У меня уже есть материал для статьи. Вы рассказали мне намного больше, чем мог рассказать ваш... Что ты хочешь? Я должна убрать. Ну и убирай. Уже третий раз поднимаюсь. Давай, быстро. Ага, здесь, оказывается, кути или еще. Бананы. Оставь бананы. А ну быстро. А я Елена, беженка. Сволочь, а? Уйди отсюда. Приматывайся отсюда. Генератка. Должны предупреждать, Батону Гоку. Что, ты уже не узнаешь меня в костюме, да? Ну как, красиво выгляжу? Я сейчас пойду в аптеку. В аптеку? Да, куплю лекарства для сна. А то твой брат начинает что-то вспоминать. Да? Да. Потом зайду в министерство. Дам интервью этой корреспондентке и приду. Подождите, мне надо вам что-то рассказать. Потом. Дело вместо разговоров. Госпожа Майя, это вы? А куда ты ушел, а?
знаете, что-то со совестью. Я начал думать о том, что как что будет думать ваш муж обо мне. Да ничего не будет думать, он ведь известный кретин. Иди, иди ко мне. Заходи, заходи, давай, давай сейчас. Кто там? Госпожа Майя, придите в себя. Давайте в шкаф. Ваш муж так любит шкаф. Кто там, кто? Наверное, вот это. Госпожа Клеопатра. Каким способом вы будете защищаться? Защищаться? Ну, разные способы бывают. Где эта русская? 2 минуты тому назад ушла. Наши ребята ее провожают. Какие наши ребята? Ну, из оппозиционной партии. Криша. Кто это такая? Слушай, как ты потрясающе целуешься, Криша. Вот это ваша новая молодая жена? Нет, это старая жена Батони Гоги. Ну, она ведь сказала, как ты хорошо целуешься. Да, так сказала, да? Что, у вас здесь много женщин, да? Нет, нет, немного, немного. Так себе. Подождите, вы, а здесь, а кто здесь? Скажи, пожалуйста, 70 умножено на 550, сколько будет? Отстань, а? Золотко. Кто это такой? Это наш друг, не обращайте внимания. Какой хороший парень. Да? Криша, я отсюда без тебя никуда не уйду. Давай тогда другой номер перейдем. Руки. А что я буду делать в другом номере? А вы знаете, тот номер более уютный. Почему я должна пойти в уютный номер? А тот мой номер. Раскроем крылья страсти. Госпожа Клеопатра, что? Крылья страсти, я вам говорю. Будем обниматься, будем целоваться, будем так вместе, что никто не сможет нас разорвать. Ты что, с ума сошли, Гриша? Да, сошел с ума. Что ты делаешь, Гриша? Приковываю к постели. Не останавливайте меня, госпожа Клеопатра. Давай, Гриша, давай. Я всегда думала, что ты ничтожество, а ты, оказывается, Григорий Распутин. Пойдем, пойдем в твой номер. Не, не, не вперед, а вот назад, назад, сзади, сзади пойдем. Сзади, обожаю, когда сзади. Да, мой номер всегда вот так с балкона сзади ходит. Вот так более романтично. Госпожа Клеопатра, да, так, так, пойдем, пойдем, быстро, быстро. Грегор. Клео, Клео. Идите, я приду. Оказывается, какой я другой, более божественный, красивый, симпатичный. Гриша! Иду. Вот лекарство для твоего брата. И быстро уйдем отсюда.
А где ты был? Я был в шкафу. А что я там делал? Глотал свежий воздух. Ты что, идиот? Я хоть идиот, а вы рогоносец. Майя, Майя. Что? Пойдемте, я вам покажу. Вот здесь ваша жена. Она ждет, когда я разденусь и зайду. Ты что, идиот? Вот, посмотрите. Что такое, Майя? Ты что, опять начала заново все? Я не хотела. Это он виноват во всем. Да нет, что вы. Знаешь, как он меня ударил? Я не хотел, извините. На кого она похожа? А что мне было делать? Она вот так стояла. Батоногога. Что ты тут делаешь? Я вернулась, чтобы сказать вам. Премьер мне не сказал, где этот дебилгит. А кто такой дебил? У меня есть подозрение, что это вы. Идиот ты сам. Я не идиот. Все информационные средства это передают. Иди включи телевизор. Не работает. А где можно посмотреть? В холле. Пойдем в холл. А ты присмотри там. Ребята, вы такие замечательные. Вы сами не представляете, какие вы замечательные. Зачем вам заниматься политикой? Вы так поете, так танцуете. Да вы созданы для песен, для любви, для поэзии. Ваше предназначение в этом. Зачем вам заниматься политикой? Доктор, вы на бассейн? Нет, с бассейна. Ох, так поплавал. Я ведь говорил, он на похмелье. Где Гога? Гога, он бегает где-то, пишет там доклад для премьер-министра. Почему она изменяет мне с этим мерзавцем? Он лучше меня? Да нет, поверь мне, что он на него даже посмотреть нельзя, даже плюнуть нельзя. Ну, успокойся, Гига, ну что с тобой? Ну, успокойся, я тебя очень прошу. Не успокаивайте меня. Ну, нельзя так, я прошу тебя. Что случилось? Я придумал. Я пойду, узнаю адрес и пойду к нему домой. Да нет, я прошу тебя, не ходи туда. А меня там нету, а ты-то при чем? Не я, Гриша, Гриши там нету. Я прошу тебя, не уходи. Там мама, его мама. Вот как раз я его маму и... Я прошу тебя, умоляю тебя. Дорогой ты мой, прошу я тебя, умоляю, вот на коленях прошу. Нет, я пойду, обязательно к нему пойду. И увижу его маму увижу. Молодец. Я попрошу, чтобы сейчас же покинули бы гостиницу. Я сам, успокойтесь, я сам ухожу. Нет, я тебя не отпущу.
что вашей ноги здесь не было бы. Нет, нет, нет. И вашего пальца здесь не было бы. Я не отпущу тебя. Меня не трогайте, я не такой. Я вас очень прошу, меня не трогайте, я не такой. Я вспомнил, вспомнил. Я не Киазо. Уйди отсюда, уйди. А он еще здесь, да? А вы ведь говорили, что он ушел. Ну, пришел, что делать? Меня зовут... Меня зовут... Маньякеви. Я сейчас позову охрану. Нет, нет, не охрану. Я сейчас позвоню премьер-министру. Вы думаете, не знаю? Знаю. Нет, почему премьер-министру? Я самому президенту позвоню. Он тоже часто приходит в нашу гостиницу. Но он, в отличие от вас, хорошо себя ведет. Успокойтесь, успокойтесь. Подожди, подожди. Ты ведь мой детектив. А ну-ка повернись. Что, какая одежда на тебя? Где ты был? А ты ведь Гига. Бугерия, Бугерия. Нет, подожди, какой Бугерия? Я следил за вашей женой. Да, правильно. Дальше. Сейчас, сейчас я вам все расскажу. Вот я смотрел, а вот, вот они там вот так стояли. Вот здесь стоял, стояли. Они обнимались, целовались. Кто? Разденься, говорит, разденься. Одевайся, говорит, одевайся, говорит. Потом, потом он сексодром вынес. Что? Сексодром? Нет, ипподром, ипподром. Какой он послушный, а? Какой он послушный. Хорошо. Он сбежал, да? Я сейчас пойду к нему домой. Как витязь в тигровой шкуре. Не-не-не, не уходи, не уходи. Посмотри на меня, а? Вот посмотри, вот сюда, вот, вот, посмотри, вот посмотри. Я не возбуждаю тебя? Я не похож на Шурену? Уйди отсюда. Маньяк. Криша. Это чья одежда? Ну, я ведь сказал вам, это одежда жены Гоги. Чтобы я ее не видела бы. Пойдем, пойдем в гости в номер. Хочешь здесь? Нет, здесь нельзя. А кто это такой? Ну, это наш друг, не обращай внимания. Хороший парень. Хочешь, его тоже забери? Пойдем, пойдем. Два маньяка, три маньяка. Пойдем, пойдем. Пойдем, мой хороший. Хорошо. И идите, я сейчас как-то разберусь с женой и, Гоги и вернусь. Скажите, пожалуйста, вы случайно не знаете, режиссер этого фильма издевается надо мной? Пойдем, пойдем, пойдем. Не время сейчас тут лежать. Криша, что ты со мной сделал, а? Ну, как было хорошо, а? Какой удар. Приди в себя, а, Клеопатра. Кто ты? Это я. Это труп, он не укусит, не волнуйтесь. Если бы ты слышал бы, что говорил премьер-министр. Все, говорил, что я идиот, идиот. Почему это странно? Это Клео. Да? Очень приятно. Хуйкин. Хуйкин, Клео, Клео, Хуйкин. А ты, оказывается, бабник, а, Гриша? Кто мог подумать, а? А почему этот труп валяется здесь?
А, у него каникулы. А Шорена где? А Шорена ищет мужа. Я не понял, Шорена сейчас ищет мужа? Да, я, у меня план номер С. Ну да, Ада Бевиц были гениальными. Сейчас, послушай, она ищет его, чтобы сказать, что это все было придумано нами, чтобы надсмеяться. Какой идиотизм, а? Уходите, уходите, спасибо. Спасибо, что пришли. Друг, и ты должен пойти. Папочка, и ты должен уходить. Что это такое? Кокаин? Я заберу, пригодится. А, она все еще там. Вот ее одежда. Но я ее не трогал. Нет? Майя. Клео. Здесь? Клео. Заходи. Майя. Приходи. Надень одежду. И пойдем домой, и там разберемся. Да, да, конечно. Разберемся, почему ты пришел сюда, в эту гостиницу. У меня было совещание. А это кто такой? Это брат. Кришин брат. Да? А что с ним? Он был на моей свадьбе, много выпил. Он алкоголик, да. А сейчас отдыхает. Криша ведь женился сегодня, да? Сегодня ты женился? А кто твоя жена? Хатуна. Ее зовут Хатуна, да. Хатуна что это, депутат Гагаришвили? Да нет, какой Гагаришвили? Качаламазашвили. А где она? А он не знает. Откуда я знаю? Они прятки играются. Вот, подожди. Опять я здесь? Иди сюда, иди, мой хороший, иди, мой дорогой. А он опять здесь лежит. Кига, ты знаешь, что твоя жена входит, тебя ищет? Моя жена? Да, да, правда, клянусь тобой, она тебя ищет там. Кого? А это кто такой? Это Гига. Он тоже в прятки со своей женой играет. А кто такой этот Гига? Гига это... Двоюродный брат Хатуны. Да нет. Троюродный брат. Да, троюродный. Я все время путаю. Гачачиладзе, Гамкрейлидзе, троюродный. Девочки, здравствуйте. Ну как идут дела? Да так себе. Вообще никак не идут дела. Смотри, какая машина, а? Потрясная. Скажи, пожалуйста, когда мы придем в правительство, у нас тоже ведь такие машины будут? Конечно, будут. Скажи еще, почему мы побеспокоили Бубу, или почему мы сошли с ума из-за этой Ларисы? Откуда я знаю? Знаешь, что говорят про Хатуну, про твою жену? Ну что говорят? Говорят, что она блядь, вот что говорят. Да, это я знаю, это ничего. Клео. Вот. Вот это Хатуна, я ведь говорил тебе. А почему он не радуется жене? А почему он должен радоваться жене, которая, блядь? Слушай, они пускай сами разбираются. Пойдем мы домой.
А они что тут делают? Клеопатра? А ты говорил, что ее зовут Хатуна? Хатуна, она по паспорту. А Клео это так ласковая. Клео, Клеопатра, маленькая Клео. А то у меня маленькая Майя. Ну, одевайся, я к премьер-министру должен пойти. А что мне передать вашей матери? Матери, передай. Передай, что я наконец-то нашел ту, о которой мечтал всю жизнь. Да, правда? И кто она такая? Это вы. Вы, госпожа Клеопатра. Я? Всю жизнь я хотел вам это сказать, но не осмеливался. И вот, наконец-то, сегодня я смог. А ты откуда здесь взялся? Карлик, ты карлик. Вы идиотизм. Да у тебя все еще впереди. Ты послушай. Гога, Гриша, Гига, заходи, заходи, мой хороший. А то на Гога. Переворачивайся, труп переворачивается. Шорена, откуда ты взялась? Садитесь, я вам все сейчас расскажу. А я все рассказала Гиге. Гига, иди сюда. Ты все рассказала, да? Да. Я рассказала, как мы все решили его одурачить. Он сначала не верил, а потом он поверил. Да, она мне все рассказала, и я все поверил. Я даю тебе слово, что я больше никогда не буду ревновать. Да, я так смеялся, и вы все смеялись. Да, так вот так смеялись и смеялись. Начали! Ура! Давайте будем смеяться над собою, надсмехаться. Что ж нам остается делать, кроме смеха над собою? Давайте, давайте смеяться над собою, надсмехаться.